Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 и в студии Мадина Мустафаева. Исполнение республиканского бюджета за 2018 год стало главной темой сентябрьской сессии Народного собрания Дагестана. В главный экономический документ республики были внесены некоторые изменения. В работе сессии принял участие также и глава республики Владимир Васильев. Подробнее в сюжете моей коллеги Зумруд Гамидовой. Доходы республиканского бюджета в 2018 году по сравнению с 2017 выросли на 11 миллиардов рублей. Министр финансов республики Юнус Саадуев отметил, что в целом были исполнены все расходные обязательства, в том числе и в части реализации майских указов президента страны. Доходы бюджета исполнены к факту 2017 года с приростом на 11% или на 11 миллиардов рублей. Трансферы из федерального бюджета поступили в объеме 89 миллиардов рублей, что на 6 миллиардов рублей больше 2017 года. Поступление налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет увеличилось по сравнению с 2017 годом на 27% или с ростом на 5 миллиардов рублей. Положительная динамика поступлений всех сложилась по всем налоговым платежам. Кроме того, увеличились детские пособия, которые несколько лет не повышались. На эти цели было выделено 259 миллионов рублей. В целом же на выплаты социального характера в бюджете республики было выделено более 5 миллиардов рублей. В области здравоохранения особое внимание было уделено обеспечению лекарственными средствами льготных категорий граждан. Расходы на указанные цели были увеличены в 2018 году в 4 раза и составили 667 миллионов рублей. Вместе с тем, республиканский бюджет был не исполнен на 10,2 миллиарда рублей, что не может не вызывать беспокойства. За истекший год отмечается и недобор по неналоговым доходам, а объем государственного долга составил около 10 миллиардов рублей. Анализ, проведенный Счетной палатой использования госимущества республики, показал на наличие системных нарушений. Причем не только в части состояния госсобственности, но и поступления доходов от его использования. На имеющиеся здесь проблем указывает значительный объем задолженности, которые на 1 января 2019 года составили 846 миллионов рублей. То есть увеличилось по сравнению с 2017 годом на 235 миллионов рублей. Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время данная задолженность не уменьшилась. О проекте закона бюджета ФОМСа рассказал директор фонда Андрей Карпеев. По его словам, бюджет исполнен с превышением доходов над расходами. Профицит бюджета составил 335 миллионов рублей. И остаток средств на начало 2019 года составил 792 миллиона рублей, из которых 561 миллион рублей направлен в январе месяце на оплату медицинской помощи, оказанную в декабре 2018 года. И 229 миллионов рублей, переходящий остаток, который направлен в 2019 году на приобретение медицинского оборудования. В рамках сессии парламентарии рассмотрели и ряд других вопросов. А в завершении сессии состоялось награждение депутатов, внесших вклад в развитие парламентаризма. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Дагестане больше всего фактов хищения электроэнергии по СКФО, при этом самая низкая платежная дисциплина. Генеральный директор Россети «Северный Кавказ» Виталий Иванов приехал в республику, чтобы лично проверить положение дел отрасли. По его словам, сложилась непростая ситуация, требующая персонального присутствия специальных решений главного энергетика округа. Во-первых, очень давно на самом деле не был на мастерских участках производственных. Вот хотел именно познакомиться прежде всего с людьми, понять вопросы, которые вот именно с земли поднимаются, потому что, скажу откровенно, сидя там в кресле генерального директора, часто не бываешь на мастерских участках, поэтому здесь рассматривали вопросы следующие. Ну, прежде всего, мы начали, конечно, с надежности эксплуатации. А пока ситуация довольно непростая, огромное количество отключений, отсутствие аварийного резерва в должном на самом деле. Аудит, который специальная рабочая группа Россети «Северный Кавказ» проводила в Дагестане все лето, выявил актуальные потребности региона. На сегодняшний день для повышения надежности энергосбережения республики необходимо еще порядка 35 миллиардов рублей. Энергетики подчеркивают, что такой объем инвестиций может быть получен только при выделении средств из федерального бюджета. Одна из ключевых задач, требующая личного присутствия Виталия Иванова в Дагестане, это вопрос передачи сетевого имущества Махачкалы в собственность группы Россети.
Согласно постановлению правительства республики, 16 сентября в регионе объявлен выходным днем в честь Дня единства народов Дагестана. В документе говорится, что в связи с совпадением праздника с выходным днем перенеси его с воскресенья 15 сентября на понедельник 16 сентября. Напомню, День единства народов Дагестана – республиканский праздник, который отмечается ежегодно, начиная с 2011 года. Он установлен согласно указу президента республики в целях единения и консолидации многонационального народа и является официальным выходным днем. Тем временем юбилейная, а именно сотая масштабная донорская акция «Марафон добра» продолжает свою работу. На этот раз мобильная станция переливания крови отправилась в Дербент. Сотни неравнодушных горожан собрались для участия в акции. Сегодня 102-й день доноров в прекрасном Дербенте. Мне кажется, очень красиво выбрано место непосредственно, потому что это набережная города. И добрые дела, и вот такая потрясающая красивая природа. И, собственно, здесь мы, наверное, видим всю красоту Дагестана. Это и горы, это и море, это великолепный воздух. Все вот составляющие, которые только могут быть, они все действительно служат вот этим добрым делам. Спасибо большое, что позвали на эту акцию. Дарите добро. Ведь кто-то нуждается в этом, кому-то нужна ваша помощь, кому-то нужно то, что мы сдаем кровь. И кто-то ответит тем же, ведь мир не без добрых людей. Напомним, марафон добра посвящен 85-летию службы крови Республики Дагестан и 55-летию республиканской станции переливания крови. Тем временем здесь же, в Дербенте, прибрежную зону Каспийского моря очистили от мусора. Мероприятие прошло в рамках общероссийской акции «Вода России». Волонтеры собрали пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты и прочий мусор с водоемов и с их берегов. Данная акция направлена на улучшение санитарно-экологической обстановки водных объектов Республики Дагестан и создание безопасной комфортной среды обитания данных этих водных объектов. Помимо в Дербенте, Южное международное управление по экологии проводит такую акцию и на всем Южном территориальном округе, куда входит 13 районов и 2 города. Во всех акциях будут принимать участие и администрации, будут привлекаться молодежные организации, чтобы берега наших рек были чистыми. Это все новости к этому часу. С вами была Мадина Мустафаева. Спасибо за внимание. Всего доброго.